если вы внимательно посмотрите на машине, лежит там кот такой красивый. Вон он. Он посидит, а то лежит, а то на мир вовсю глядит. Он просто так лежит, глядит. Он увидел, что я его снимаю, и отвернулся. Он скромный такой. Я когда выхожу, он бежит ко мне. Такой хороший кот, такой разумный, как человек. Вы не поверите, его в лесу в нашей, на трассе. Лес вдоль трассы. И вот, вот этого котенка нашли там, в этом лесу. Такой вот, вот бактерий такой. Кто его там оставил? Таким коротеньким хвостом он там такой вот, видите? И необычный кот, умный-умный, прямо умный. Он как с детства был прямо брошен на выживание, один в лесу был. И вот его люди нашли, привезли его. Ехали в Москву-Брянск, дорога, и там его обнаружили. И спасли его. Ну, красавец ты такой, он меня смотрит так. Всем доброго дня, хорошего настроения. Желаю вам, люди, добрее будьте. Будьте вы добрее, люди.